Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты открыл наше сердце для Твоего Слова. И помоги нам продолжать укрепляться. Часть того, о чем учил Рами, мы сделали. Мы поднялись в эту страну. И мы несем на себе благословение Иакова. И мы верим, что мы благословенны, как Менаше и Ефраим. Я хочу говорить на тему «Стремясь к почести Вышнего звания в Иешуа». Есть такое выражение в послании к филиппийцам. Шауль говорит, я никогда не останавливаюсь. Он говорит, я чувствую, что Бог дал мне какие-то вещи, чтобы я их делал. Дал мне много даров. Но я не горжусь тем, что я такой талантливый. Я в верности пытаюсь все делать. Я хочу, чтобы мы почитали некоторые места Писания из филиппийцам. Потому что до того, как он сказал, что я бегу поприще в этом призвании Мессии Иешуа, мне нужно понять некоторые вещи, которые происходят в этом мире. Послание филиппийцам. Третья глава. Я начинаю с 9 стиха. Не найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машиаха с праведностью от Бога по вере. Скажите мне, пожалуйста, что значит праведность от дел закона? Праведность от дел закона — это когда ты подходишь к Богу со списком того, что ты соблюдаешь. Вот видишь, Бог, я соблюдал шаббат, я соблюдал это, соблюдал следующее. Скажите мне, пожалуйста, верите ли вы, что до прихода Иешуа люди оправдывались праведностью от закона? Праведностью от того, что они соблюдают заповеди? Кто сказал «да»? Это христианское лжеучение. Не надо лже говорить. Это христианское учение. Так они это понимают. Но это, ну что я сказал, это совершенно неправда. Но это неправильное учение. Это просто непонимание. Это непонимание, которая каким-то образом развилась. Первоначальные отцы церкви в это не верили. Где-то в 18 веке это развилось. В некоторых христианских семинариях начали говорить, что евреи оправдываются соблюдением заповедей. И скорее всего, что у филиппийцев в Турции, в Греции и во всем этом регионе,
когда они стояли у истоков мессианской веры, и они слышали слово, и они хотели быть подобными евреям, потому что они знали, что у евреев есть две великие вещи. Какие? Есть Бог, который сотворил небо и землю, и есть истинный Мессия. Но как разделить евреев и неевреев? Как их разделить? Евреи соблюдают заповеди, а неевреи не соблюдают заповеди. И поэтому они, скорее всего, посчитали, что заповеди — это то, что делает тебя достойным стоять перед Богом. Никогда Израиль не оправдывался соблюдением заповедей, но только всегда милостью Бога. И здесь Шауль просто указывает на это. Что значит милость Бога? Который тебя любит. Он любит и прощает тебя. Он тебя настолько прощает, что берет твои грехи и возлагает их на Мессию Иешуа. И поэтому для того, чтобы не вдаваться в объяснение, сложное объяснение людям, которые не понимают, что такое иудаизм, потому что это были филиппийцы, он говорит, что как вы получили благодать в Мессии, так верьте всегда, что Он любит меня, и поэтому Он прощает меня. Да, нужно соблюдать заповеди. Даже не евреи должны соблюдать заповеди. Что, у неевреев сын должен плюнуть в сторону своего отца? Или если человек не еврей, он может своего ближнего обокрасть? Но все это заповеди. Заповеди — это порядок жизни. Если для того, чтобы английский выучить, нужно пить... Нет? Если для того, чтобы быть англичанином, нужно пить чай с молоком, а для того, чтобы быть английским лордом, нужно пить английский чай и что, и носить штаны в клеточку. Для того, чтобы быть евреем, нужно соблюдать заповеди. Это все. И ожидать Божью милость и молиться каждый день. Пусть твоя милость возвеличится надо мной. И говорить это во имя Иешуа Мессии. Потому что это высшая точка милости Бога. И если мы сыны Бога, то мы хотим самое высшее. А самое высшее — это не Mercedes-Benz. И это не кольцо с огромным бриллиантом. И это не много денег. И это даже не крепкое здоровье. Это милость в Иешуа Мессии. И то, что Шауль говорит филиппийцам, он говорит нам, каждый день, каждый раз, просите у Бога, чтобы Его милость излилась на вас в полноте, чтобы Он простил вам ваши грехи, чтобы Он не вспоминал те плохие вещи, которые вы делали, и чтобы Его сила в нас задействовала, чтобы мы захотели быть в Его милости. И также Шауль говорит, «Циткат ашер мелухим хи, вейсода баймуна,
И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машиаха, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения его. Познать его и силу воскресения его. Познать его. אתם יודעים, מילה לדעת פעם הראשונה נפגשת לנו כשאנחנו קוראים ספר בראשית. Первый раз слово познать мы читаем в книге Бытие. ושם כתוב, וידע אדם את חווה, ושניים יהיו דבשר אחד. И там написано, и познал Адам Еву, и двое стали одной плотью. ועכשיו מילה לדעת, משתמשים במילה הזאת יותר בשביל שאתה קורא משהו ומנסה להבין משהו. А как сейчас слово знание используют больше, когда ты читаешь какую-то информацию и пытаешься ее понять. אבל במובן התנכי לדעת זה להיות אחד. Но в значении Танаха слово знать, познать, это означает с кем-то соединиться и стать одним. בתור בן אדם, בתוך בני אדם, אנחנו בפנים זה קומבינציה רבויה של כל מיני יכולות. Мы, как люди, каждый человек — это комбинация различных даров, талантов и способностей. אבל בגלל שאנחנו חיים ו... Но из-за того, что мы живем и живем в плоти, для того, чтобы муж познал свою жену, интимная связь также является связью узнать друг друга лучше. Поэтому написано, что когда у вас есть интимные отношения в браке, вы можете лучше развивать их и познавать. И это может быть только в браке. Тогда вы можете познать друг друга и станьте одним чем-то совершенным. Но еще говорит, когда мы умираем, временно до большого воскресения мы находимся вне тела. И там мы узнаем его. И опять есть слово «познать». И он говорит, что мы будем как ангелы, без интимных отношений. Но что-то раскроется внутри нас, без плоти, и мы сможем познать Бога, то есть соединиться с Ним. Но здесь Шауль намекает на то, что пока мы ходим по этой земле, мы все еще, да, можем узнать Его. Но если мы только уделим этому достаточно количество времени, если мы уделяем этому время, как муж уделяет время своей жене, но это что-то очень похожее. Это не интимные отношения в плане секса. Но это какое-то соединение с небесами, которые наполняют тебя эмоциями и откровением с небес. Поэтому всегда в священных писаниях есть эта параллель к отношениям между мужем и женой и между Богом и его людьми. Но мы слишком заняты. Мы очень заняты. У нас нет времени для Бога. Молимся во время того, как мы едем на работу. Но Иешуа говорит, зайди в свою комнату, закрой за собой дверь и удели время отношениям с Богом. И тогда в результате этого ты почувствуешь силу воскресения из мертвых. Я никогда своими глазами не видел, как мертвый человек воскрес. Я это провозглашаю каждый раз, я молюсь об этом, но ни разу не видел это. Кто-то видел здесь мертвого воскресшего? Тоже не видели. Возможно, с Божьей помощью. Но не на это намекает Шауль. Он говорит, что сила воскресения существует в этом мире.
И говорится не только о том, чтобы поднять мертвого. Иногда люди находятся в таком состоянии, что ему хочется лучше умереть, чем быть в таком состоянии. Кто знает, о чем я говорю? Иногда человек находится в таком состоянии, что он предпочитает умереть, чем продолжать так жить. Но если ты в это время воззовешь своему отцу, и Шауль говорит именно об этом здесь, он приносит тебе что-то с небес, с того, что ты знаешь его, и эта сила поднимет тебя. И вдруг ты как будто очнешься. И ты, подобно пророку, скажешь: «Я был мертв, но теперь я жив». Кто это переживал? Это то, о чем говорит Шауль. Ты можешь быть кем? Попугаем и соблюдать все заповеди. И можешь быть более мертвым, чем мертвый. Но ты можешь соблюдать заповеди из твоего желания и полагаться на Божью милость. И иногда переживать эту силу воскресения из мертвых. Но Шауль говорит: чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Что значит участие в страданиях? Вы знаете, что сейчас в Сирии и в Ираке происходит война. И вы знаете, что очень многие верующие в Иешуа погибли за свою веру. Это здесь, об этом написано. И они верно шли за Иешуа до конца своих дней и не захотели отвергнуть его, и из-за этого они умерли. Они не захотели принять ислам, и они погибли. Иногда это не очень интенсивно. Иногда по-другому все происходит, а иногда бывают и такие события. Три друга пророка Даниила, друга Ирины, партнера по питанию. Они были готовы умереть и не оскорблять имя Бога. То же самое. Но иногда мы в искушениях не таких агрессивных. И мы идем на компромисс. И боимся сказать о нашей вере. И как результат, мы нашу жизнь в вере, мы спускаемся на несколько уровней. Нет никакой замены Иешуа. Есть разные пути в этой жизни. Люди ищут дверь к небесам. Но без ключа, который называется корень Давида, невозможно открыть дверь.
И если ты стыдишься Его, Иешуа сказал, то я постыжусь тебя перед ангелами. Это не требование сейчас метать бисер перед свиньями. Это не требование идти сейчас во все конторы здесь в Израиле и кричать: «Я верующий в Иешуа, дайте мне новый флаг». Но, пожалуйста, я вас прошу, не стесняйтесь вашей веры. Потому что Бог дал вам эту возможность. Вы первые из народа Израиля, которые поверили в Него. И иногда эта возможность прогибаться очень плохо влияет на наших детей. Они видят плохой пример. Я нашел места в Новом Завете. В одном написано в послании к Колоссянам. А второе в послании к Коринфянам. И в Колоссянам он говорит: «Я передаю вам мир». И мир вам от меня и от Луки. Помните, кто такой Лука? И от Димаса. А в другом послании он говорит: только Лука остался со мной. Димас возлюбил этот мир и оставил веру. Помните эти места Писания? Вы знаете, о чем здесь говорится? Что не только сегодня искушения работают. И тогда, во времена Шауля, они тоже работали. И не каждый стоял твердо против этих искушений. И даже близкие партнеры Павла могли оставить его. И вот мы живем здесь в такой реальности, когда есть огромное давление на наших детей. Через телефон ты можешь открыть и увидеть весь мусор этого мира. Ты сидишь со своими друзьями, они показывают тебе разные глупости. Я уже не говорю про взрослых. Подумайте, под каким давлением находятся наши дети. И я возвращаюсь к этому стиху, который я процитировал вчера. Нам невозможно, но Богу возможно все. И еще особенно мы должны надеяться на милость и на благодать с небес, не на себя. Господь, помоги моим детям. Помоги мне. Помоги мне не просто выстоять в трудностях веры, но также и продвигаться. И в Коринфянам написано, что Бог будет проверять, как мы живем, что мы вложили в наш дом, и в плане веры тоже. Как мы воспитывали наших детей, как мы переживали за это. И здесь я хочу поговорить о наших основах. Откуда мы?
Сефер Йехезкель. И давайте мы откроем книгу Иезекииля. 36 глава. Ве анахну нистакель псуким мей 26 ад 27. С 26 по 27 стих. Мей 25, 26 ве 27. 25, 26, 27. Бо нистакель бияхад. Давайте вместе прочитаем. Я 36. Иезекииль, 36 глава, 25-27. Я же слаха дзе баеврит, того и ты крик ходим баеврит. Вейках отхем микола... ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאתכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את כל... את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. И возьму вас из всех народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Здесь Бог, во-первых, обещает, что Он вернет нас из рассеяния. Он сделает такой кибуц галуйот, собрание рассеянных. Но здесь он нам сообщает, что он будет с нами работать на трех уровнях. Во-первых, он хочет, как здесь написано, очистить нас от сквер наших, которых мы собрали в рассеянии. Ширли, мила ба иврит, глю... Скверны. Гиулей... Гилулим. Зе кмо элил. Это как идолы. А? Мазе более резко. Скверны. Кмо туба. Скверны, грязь. Мы, как верующие, пытаемся следить за нашими словами. Но иногда священные писания говорят очень агрессивно. Если вы помните, в Захарии там был первый великий первосвященник Иешуа. На русском написано, в русском переводе, скажи ангелу, чтобы он снял свои оскверненные грязные одежды. Скажи, чтобы ангел снял с него грязные одежды. Скажи, чтобы ангел снял с него грязные одежды. Но на иврите написано, что такое бгадим им цоа. Маза, что это? Скала. Правильно, скалом. Скалом, скалом. Одежды, запачканные испражнениями. И Иешуа тоже достаточно жестко говорил с людьми. Он говорит, вы род псов, дети собак. А почему иногда священные писания так резко говорят?
Если нам это мешает, то насколько больше это мешает Богу? В Иезекииле Бог сказал, и я прошу вашего внимания сейчас, мы в рассеянии, без того, что мы это знали, из-за ассимиляции, мы наполнились разными вещами, которые были против Бога. И мы учим своих детей тому, чему мы научились. И несколько дней назад несколько больших раввинов здесь, в Израиле, сказали так. Это русская алия, коммунисты-алкоголики приехали сюда со всей своей грязью. И он, наверное, пытался процитировать пророка Иезекииля. Но он забыл, что он тоже с рассеяния приехал. И он тоже унаследовал вещи, которые были против Бога. И хотя он говорит, я религиозный в пятом поколении, и это не значит, что он чист от всего этого дерьма. Но каждая группа, мы, особенно, мы, они, светские, каждая группа пытается сказать, я лучше всех. Эти коммунисты-алкоголики, а эти тупые религиозные, а эти гомосексуалисты-атеисты. Мы все нуждаемся в Боге одинаково. И когда Он немного приближает к нам небеса, тогда вся эта дрянь освобождается, и мы очищаемся. Это Его действие. Он говорит, я вас очищу. Не вы будете очищать друг друга. Но иногда нам нужно просить, Господь, Ты очисти нас. Я говорю нам, как мессианским евреям, очисти нас, мы должны взывать к Богу не только ради себя, но ради всего народа Израиля. Вы со мной? Наша молитва должна быть такой, Господь, очисти меня от скверн, меня и весь народ Израиля. Какова разница между нами и между древним Израилем? Почему каждый раз мы молимся, обнови наши дни, как прежде? Почему мы хотим быть, как прежде? Я уже говорил сегодня. Они должны были поднимать свои глаза наверх, почувствовать Бога, сказать «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И их вера смогла просто разрушить стены Иерихонские и поразить охраняющих их. Каждая стена была 50 метров в высоту. 5 метров. Происходило чудо. Готовы ли мы нашей верой сегодня сделать чудо? Только совсем чуть-чуть. Когда Иезекииль говорит, «Я возьму из вас лев эвен и вхожу лев
басар. Я заберу у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Это намек на нашу способность верить. Я уже сказал сегодня. Мы где-то 30-40 лет верим. Между нами есть такие люди. Есть 5-10, 3 года. Мы, к сожалению, все младенцы в вере. Поэтому мы должны взывать к нашему Отцу, чтобы Он что-то сделал внутри нас. И дать нам новый дух. Новый дух — это значит помочь нам получить те вещи, которые Господь приготовил для нас. Это такое выражение. Например, тому народу, который сидел в Египте, что они должны были получить? Согласиться с Моше, встать и выйти. Те, которые были в пустыне, что нужно было им делать? Согласиться получить от Бога Тору с небес и делать то, что Бог призвал их. Во время царя Давида, что они должны были делать? Они должны были принять это мессианское призвание Давида, изгнать филистимлян и очистить эту землю для строительства храма. А наше поколение, наш народ должен принять Иешуа. Увидеть в нем Искупителя и ответ на наши проблемы. Но скверна наполняет нас. И мы нуждаемся в милости от Бога. Нам нужно сердце плотяное и новый дух. Поэтому Шауль говорит: я хочу достигнуть этого в Мессии. Поэтому я нуждаюсь в милости с небес. Для того, чтобы пережить силу воскресения из мертвых и познать Бога. На этом я хочу завершить сегодня. Давайте встанем и помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам. Помоги нам и обнови наши дни, как прежде. Помоги нам верить, как в древнем Израиле. И задействуй в нас эти сенсоры веры. Очисти нашу способность связаться с тобой. И помоги нам исполнить твою волю в этой земле и в нашей жизни. Обнови наши дни, как прежде. Амен. Шаббат шалом. Шавуа тов лекулам.